Ладно, пойдем посмотрим, что там дальше. Так, кстати, тут на арене лежала алебарда черного рыцаря.
бить меня он еще будет, а? Ну, передиска. О, да, двуручник дропнул наконец-то. Сейчас посмотрим, что за... Вещь, конечно. По-моему, здесь вторгается кто-то, если я ничего не путаю.
Но на другом персонаже у меня, по-моему, здесь кто-то вторгался. Не знаю. Параллельный мир.
Бабуся, ты вездесущая. И бессмертная, что ли? Все померли, одна ты. Живая до сих пор. Ну. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with merry a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? To skirt the curses, tarry not for long. 'Tis dark for now, and not a soul stirs. But, or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. To skirt the curt hat is all like... Best. What? Skirt the curt hat. Best not. Welcome home, I speak then. Very well, then hey.
Gracious, passing fine ash thou'st given. Let this, I only hope thee. Ah, 'tis good to see ye. What needs, Smithy? I don't want to. There is one thing that there is a darkness within man. Whether the fear is... Heed my fear, the home of pyromancy, undoubtedly. But who's to say that this... Do not be gone for long. Oh, champion, do you wish to hear... You know, in my home of... I would be pleased, although to be... But if I had... Oh, terribly sorry. But you'll have... I pray for your sake. As if it were, but we did all we could to spare her from them. Much has happened since. Mayhap I should apprise of what the thin light of these eyes might reveal to scenes of betrayal. Things never intended for her ken. This age's end. The eyes
show a world destitute of fire, a place born. So I willed myself, Lord, to link the fire to what is thine intent. The eyes shut.
вон оно что, так второго дракона можно убрать, значит. Я не знал. А чё я туда вспрыгну, умру? Ну попробуйте.
Welcome home, Ashesmith. Very well. Then hey. Farewell, Ashen One. Сейчас будет очень клёвый босс, мне нравится. Ну, кто-то говорит, что он несложный, кто-то говорит, что он сложный. Я не знаю, я с ним один раз бился. Ну, в смысле, в первом прохождении бился, с первого-второго раза я его не смог победить. Посмотрим, что будет сейчас. Пойдем.
Такие вот у него атаки. Он роняет тебя на землю, потом делает атаку, и вот надо перекатиться во время этой атаки. А я не успел. Проблема у меня FPS на нем проседает слегка. Может из-за этого.
Я не хочу наняться. Я хочу его победить как можно меньше перекатов сделать. Потому что надоело прыгать по арене. Кататься, точнее говоря. Хочется вот со щитом победить, чтобы по-честному все. Но с этим щитом не знаю, получится или нет ли. Ладно, пойдем попробуем. Перекатами от него довольно просто уклоняться, на самом деле. А вот со щитом-то не...
Ну ладно, сойдет. Хоть и с перекатами, но у меня щит неподходящий для этой битвы, конечно. Надо бы щит Хайера еще, или какой-то аналогичный. Very well, then take. Farewell, Ashen One. May the flame. Very well, then. Aha. Вот какой щит надо с ним. 95% от молнии. И все. И он вообще ноль проблем. 74 устойчивости. Вот это щит, я понимаю. 26 килограмм, правда, весит. Do not be away over long.